Эта теплица словно портал в лето. Любовь Погончикова – мама восьмерых детей, бизнес-вумен и общественный деятель. Живет в деревне Грязь. Вместе с мужем и детьми готовит рассаду к жаркому сезону. Сейчас в ее владениях несколько теплиц, более 40 сортов помидор, огурцы, перцы, баклажаны, зелень и, конечно же, множество цветов. Подсчитать все это нам даже не удалось. А начинала Любовь с малого. Однажды, будучи в декретном отпуске, решила продать тюльпаны, которые росли в саду. Получилось. Так и стала заниматься их разведением. Сколько труда, сил и времени требуется для того, чтобы добиться вот таких вот результатов, как у вас? Ну, труда очень много требуется, но я люблю эту работу, и я не вижу в ней прям такую, как сказать, такая усталость в радость. Вот, я всегда жду весны, мне очень нравится вот эта работа именно, я очень рада, что у меня она есть, есть возможность реализовывать ее, поэтому... Я вот порой что-то делаешь, какие-то другие дела, даже общественные дела, сюда приходишь, свет включаешь, и часов до 10, бывает даже до 12 я работаю. Высадка семян начинается в феврале в домашних условиях, а к середине марта их переносят в теплицы. Дети – прекрасные помощники, работа найдется для каждого. Кто-то поливает, кто-то занимается посевом, обрезкой, прищипкой и пересадкой. Как сказала Любовь, есть работа настолько ювелирная, что детские руки просто необходимы. А сами ребята говорят, что им очень нравится помогать родителям. Главное – любовь к растениям и собственное желание работать. Цветы очень чувствуют человеческую руку, человеческую ауру чувствуют. Даже у некоторых людей они не зацветают. Это я видела, да. Я с ними разговариваю, я чувствую их, они меня тоже. Любовь Погончикова неоднократно принимала участие в различных выставках и ярмарках. Ее семейный проект заслужил призовое место финального этапа фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковья ТОП-10». За саженцами, цветами, овощами и зеленью к Погончиковым едут из разных городов. Любовь призналась, что к лету готовит интересное мероприятие. Какое – пока секрет. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».